11 розы. Добрый день, уважаемые коллеги. Образовательный портал «Директ Академия» и я, Юрий Николаевич Белоножкин, представляем вам нашего дорогого гостя Гущина Александра Николаевича Екатеринбург. По этой теме уже проводился вебинар. Он имел колоссальную популярность. Тема горячая. Вы сами это чувствуете. И мы даже этот горячий ролик запускали, видели, получил тоже колоссальный интерес. Но хочу сразу предупредить, мы сегодня работаем ровно до 11:45 минут, потом начинается следующий поток, поэтому 40 минут мы работаем, 5 минут отвечаем на вопросы, и прежде чем я передам Александру Николаевичу слово для приветствия и, так сказать, непосредственно, я снова по его просьбе запущу этот опрос. Вот он, пожалуйста, посмотрите. Уже понятно, о чем речь. Уже понятно. Это речь о том, что надо писать отчеты в индивидуальные планы, и они должны быть чем-то заполнены. Александр Николаевич, вам слово. Добрый день, коллеги. Давайте, поскольку у нас времени мало, сразу приступим к делу. Ну, прежде всего, еще хочу сказать финансовые условия, что те, кто купил сертификат, я им согласен предоставлять частную консультацию по каким-то конкретным вопросам. Без сертификата, извините, консультации не будет. Вот. Ну и теперь поехали по пунктам. Значит, первое, что мы должны сказать... Юрий Николаевич, вот, да, во-первых, про что идет речь, да? Интеллектуальная собственность означает закрепленное законом временное исключительное право, а также личные неимущественные права авторов на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Мы на эту тему как раз и будем говорить в этом вебинаре. Я хочу сказать, что все-таки будет небольшая теория общая, чтобы мы были в таком едином общем контексте, а потом я перейду и сделаю обзор практики, каким образом можно регистрировать свои права. Во-первых, начнем давайте с чего? Давайте начнем с того, кто такой автор. Потому что тут есть определенная путаница, если преподаватель там подготовил какое-нибудь методическое пособие, то человек, который откорректировал или вычитал, он не является автором. Потому что определение есть Гражданского кодекса, кто является автором, это человек, который внес существенный вклад. Поэтому, когда преподаватель пишет какую-нибудь методичку, это не значит, что он должен включать туда корректора, там, редактора или еще кого-то. А на основании вот как раз этого пункта. Ну, другое дело, что там завкафедрой, это уже индивидуально, это уже святое, это индивидуально. Вот. А те, кто оказал техническую помощь, но не оказал существенный творческий вклад, они авторами по определениям этой статьи не признаются. Следующий момент. Основной общий принцип охраны интеллектуальной собственности. Он заключается в том, что охраняется не содержание интеллектуального продукта, потому что идею как таковую сохранить нельзя, ни в каком виде нельзя ее определить, у кого она первого появилась, в голове, кто у кого заимствовал. Поэтому основной принцип охраны интеллектуальной собственности заключается в том, что охраняется не содержание интеллектуального продукта, а форма его распространения. Это основной принцип охраны интеллектуальной собственности. И поэтому сразу говорится, что авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе письменной, устной, там, в виде публичного выступления, в форме изображения, в форме звука и видеозаписи и так далее. Вот, то есть охраняется способ распространения своих результатов, а не их содержание. Именно поэтому нельзя патентовать алгоритмы, нельзя патентовать теоремы и так далее.
Что охраняется? Наш гражданский кодекс, часть 4, которая занимается интеллектуальной собственностью, говорит, что объектами охраны являются произведения науки, литературы и искусства, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, исполнение каких-то произведений, фонограммы, сообщения в эфир, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства, фирменные наименования, товарные знаки, наименование мест прохождения товаров и коммерческие обозначения. То есть, как мы видим, охраняется все-таки вот результат, или охраняется, выбирается способ, каким можно сохранить. Для интеллектуальной собственности имеются два способа охраны. Подразделяются все способы охраны, подразделяются на два больших типа. Значит, мы ведем речь о том, что мы охраняем объекты интеллектуальной собственности. Под объектами мы понимаем результат умственной деятельности человека, обладающий идеальностью, бестелесностью и специфической формой закрепления прав. Именно по этому вопросу, который был в начале, мы использовали с Юрием Николаевичем эту цитату о том, что мы все пролетарии умственного труда. То есть мы все производим какой-то интеллектуальный продукт, но часто на него не умеем закрепить права собственности на произведенный интеллектуальный продукт. Так вот, все способы охраны, мы говорили, да, что охраняется не сам продукт, а способ его распространения. И вот эти два способа распространения делятся на два больших класса. Это объекты промышленной собственности и объекты авторского права. Объекты промышленной собственности. Для того, чтобы возникло право на объект промышленной собственности, поскольку необходима государственная регистрация. То есть не просто регистрация как таковая, а именно регистрация государственная, потому что объекты промышленной собственности охраняет и защищает государство, а не автор. И для того, чтобы защита действовала во всех странах, объекты промышленной собственности должны быть зарегистрированы в каждом государстве, где планируется их распространение. И там можно регистрировать различные продукты научной деятельности, ноу-хау и так далее. Дальше. К объектам промышленной собственности, как правило, относятся промышленные образцы, изобретения, полезные модели. Дальше наименование организации, знак обслуживания, логотип, торговый знак. Для преподавателей, наверное, вот особенно важно то, что выделено курсивом, объекты научной деятельности, в том числе выполненные за счет бюджетных средств. Это, кстати, обязательное тоже условие, если вы получили какой-то грант, какое-то бюджетное финансирование, за это бюджетное финансирование вы создали базу данных, написали отчет и так далее, он подлежит обязательной регистрации, потому что государство хочет, чтобы результаты интеллектуальной деятельности учитывались. Ну и дальше нетрадиционная коммерческая тайна, топология и селекционное достижение. Вот это объекты промышленной собственности. Что является объектом авторского права? Это другой большой класс интеллектуальной собственности. Для того, чтобы разобраться, что подпадает под эту категорию, необходимо рассмотреть составляющие авторского права. Составляющие авторского права, они довольно такие разветвленные, поэтому мы немножко сейчас их подробнее рассмотрим. Значит, авторское право возникает естественным образом в силу факта создания авторского произведения, имеет сложную структуру. Оно делится на личные и неимущественные права и на имущественные права, на два типа. Авторское право распадается на две составляющие. К неимущественному праву авторскому относятся право авторства, право на имя, право на обнародование, право на отзыв, право на защиту репутации автора. А ко второй составляющей, да, и вот эти личные неимущественные права в российском законодательстве признаются неотчуждаемыми и непередаваемыми. Они принадлежат автору в силу самого факта создания и не могут быть никаким образом у него отняты. И даже после его смерти там они переходят к родственникам и так далее. То есть вот здесь вот эти вот неимущественные права, они закреплены достаточно жестко.
А вот имущественное авторское право, оно в свою очередь делится еще на две составляющих. И это право на получение дохода какого-то авторского произведения, оно делится на две составляющие: исключительные права и право на вознаграждение. Исключительные авторские права тоже, это в свою очередь, это тоже сложная группа прав, которая тоже делится на несколько составляющих. Это право на воспроизведение, право на распространение экземпляров произведений, право на прокат, право на импорт, право на публичный показ и право на публичное исполнение. И объектами, вот после того, как мы структуру авторского права рассмотрели, то объектами авторского права могут быть следующие: все литературные произведения, научные работы, к их числу относят рефераты, дипломные работы, обзоры, эссе, программы для ВМ, хореографические и музыкальные произведения, рекламные слоганы, афоризмы, живопись, культура, архитектура, фотография. Вот еще курсивом написано интересное производное произведение, то есть произведение, представляющее собой переработку другого произведения. Ну, у музыкантов это называется кавер-версии, там, скажем, какого-то произведения. Вот. Вы можете написать какой-то обзор собственный по литературе, там, по каким-то источникам. Это тоже будет считаться авторским произведением, у него тоже распространяется авторское право. Дальше основные произведения, то есть произведения, представляющие собой подбор или переложение материалов творческого труда. Вот это все объект авторского права. Отдельно здесь особняком стоит у нас авторское право на служебное произведение. То есть служебное произведение – это произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя. Почему это важно? Для обычного преподавателя это важно, потому что у вас есть объект авторского права, например, презентация. Но эту презентацию вы создали в рамках той методической работы, которую обязаны вести для того, чтобы поддерживать курс, например, в каком-то состоянии. И если есть доказательства, то есть если она вставлена где-то в учебный план, где-то написано, что вы должны были для этого курса создать презентацию, тогда она будет считаться произведением, созданным в порядке выполнения служебных обязанностей. То есть если где-то официально есть упоминание о том, что вы разработали какую-то программу, и у вас это отмечено в учебном плане, выделено под это часы и так далее, то это будет считаться служебным произведением или произведением, выполненным в порядке служебных обязанностей. Дальше. Теперь, какие есть формы охраны авторского права? Этих форм тоже по большому счету три. И первая, самая простая форма охраны авторского права – это копирайт. Копирайт – достаточно известная штука, он создается в виде латинской буквы «С» в окружности имени правообладателя и годы первого публикования произведения, подчеркиваю, потому что многие потом дальнейшие версии или через запятую перечисляют, или забывают вообще о том, что это первое публикование данной версии. Это важно, потому что именно по этой дате устанавливается приоритет автора. Следующая форма, самая распространенная и самая цивилизованная, скажем так, это форма, которая называется авторский договор. Авторский договор – это договор, по которому автор произведения литературы, науку, искусства или его правопреемники с одной стороны передают другой стороне пользователю имущественных прав в установленных пределах права, согласованные сторонами за определенное вознаграждение или безвозмездно. То есть вот здесь вот уже авторский договор у нас возникает на основе авторского договора. Возможно, какие-то финансовые отношения, возможно, получение авторского вознаграждения и так далее. И авторский договор – это соглашение между автором
произведения литературы и искусства или его работодателем, или иным обладателем имущественных прав с одной стороны и пользователем произведения с другой стороны, по которому автор обязуется передать пользователю за вознаграждение право использовать произведение обусловленным способом. Это тоже важный момент, потому что мы с вами говорили, что в авторском праве охраняется именно способ, каким распространяется произведение. Вот поэтому здесь и говорится, что передается при авторском договоре, еще оговаривается способ, каким распространяется произведение, и, соответственно, пользователь обязуется использовать произведение в соответствии с предоставленным ему правом и уплатить вознаграждение. То есть вот самое главное для большинства, наверное, это все-таки будет авторский договор, хотя есть другие способы охраны или получения денег. Еще есть такой момент, который необходимо подчеркнуть, что есть так называемый обязательный экземпляр. Есть закон 77 ФЗ об обязательном экземпляре документов, и там говорится, что обязательный федеральный экземпляр – это экземпляры документов, изготовленных на территории Российской Федерации или за ее пределами по заказу организации отдельных лиц, находящихся в ведении Российской Федерации. Почему я привел этот слайд? По очень простой причине, что для вот таких обязательных экземпляров есть специальный уполномоченный орган, который называется Росрегистр, и в котором мы обязательно производится регистрация этих произведений. И я даже как-то письмо писал в Министерство образования, они сказали, что вот ни в каком органе, кроме Росреестра, они не будут принимать, не будут считать, учитывать регистрацию этого обязательного экземпляра. Дальше форма передачи, это уже говорилось. Еще одна есть форма, помимо авторского договора, который вы заключаете, более общая форма, это лицензионный договор. Лицензионный договор, вы оформляете лицензию, гражданско-правовой договор, по которому одна сторона, обладатель исключительно права на результат интеллектуальной деятельности, предоставляет или обязуется предоставить другой стороне право на использование этого результата, предусмотренных образцом лицензионного договора в пределах. Это статья Гражданского кодекса 12.35. И следующий, то есть мы с вами два способа рассмотрели. Первый способ — это копирайт, второй способ — это авторский или лицензионный договор. И третий способ защиты — это свободный, ну не защиты, сюда тоже относятся, в общем-то, свободное распространение. Свободное распространение, согласно Гражданскому кодексу, допускается в следующих целях. В личных целях, дальше, тут два раза у меня, да, извиняюсь, на слайде написано, это статья 12.73. Дальше, свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях. Свободное использование произведения библиотеками. Использование произведения, находящимся в месте открытом для свободного посещения. Это имеется в виду, например, скульптор создал какой-то памятник. Чтобы формально, чтобы сфотографироваться на фоне памятника, вы должны к нему обратиться и попросить у него разрешения использовать его произведение в своих целях. Поэтому для того, чтобы вот такие конфликты снимать, как раз у нас предусмотрена вот эта статья 12.76, это свободное использование произведения, постоянно находящегося в месте открытом для свободного посещения. Ну и так далее. Тут еще несколько статей, которые здесь есть, они приведены. Важным моментом является вот эта статья 12.74. Здесь я помню, как-то Юрий Николаевич дискутировал с неким членом группы профессионалы ДО, и он там оперировал к этой статье и говорил, что вот это якобы ключ ко всему, и можно в этом случае автору ничего не платить. Ну, на самом деле это немножко не так.
Потому что если мы почитаем эту статью 1274, то здесь достаточно четко оговаривается, когда допускается использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора. Оно допускается в нескольких случаях. Для нас два случая самое важное – это цитирование, когда мы цитируем автора, или когда используем в качестве иллюстрации. Но в качестве иллюстрации мне, кстати, хочется сразу сказать следующее, что у нас очень низкая культура работы с иллюстрациями. Если вы куда-то пишете статью, например, в зарубежный журнал, то там обязательно требуется не только подрисуночная подпись, где вы должны написать рисунок такой-то и туда, но еще сразу должны написать источник. Источник, откуда он взят, и если это ваш личный рисунок, вы пишете источник, двоеточие, авторы. Если нет, то вы пишете источник, двоеточие, и указываете источник. И последний вид – это так называемая лицензия Creative Commons. Лицензия Creative Commons, она предназначена для того, чтобы, как раз предназначена для того, чтобы не было больших проблем с авторскими правами, потому что когда мы, я говорил, что права, например, на смешанное произведение, например, вы сделали обзор, оно, то, авторское право тоже принадлежит вам, и в результате могут возникать сложные запутанные ситуации с дележом авторских прав, кто у кого что заимствовал, поэтому сделано на Западе, и у нас тоже есть такая, имеет хождение лицензия Creative Commons, когда вы, подписывая эту лицензию, становитесь членом некого творческого сообщества, и все члены этого творческого сообщества могут спокойно друг у друга брать какие-то материалы без обязательного цитирования, без обязательных ссылок и так далее. Ну, их тоже есть несколько разновидностей этих лицензий, Creative Commons, там они по степени прав, которые вы передаете, различаются. Ну, в общем, в целом ситуация примерно вот такая. То есть вы подписываете лицензию, объявляете себя членом этого творческого сообщества, и тогда членам творческого сообщества они могут с собой особым образом общаться, не так строго соблюдают все эти ограничения по авторству. Вот. Ну и, собственно, давайте перейдем к практике уже. Практика у нас с вами следующая. Вот я сделал такую табличку. Из этой таблички видно, где можно регистрировать и что можно регистрировать. Скажем, есть публичный источник, сайты и всевозможные фонды. Там вы можете зарегистрировать авторские права свои, поставив под публикацией либо знак копирайта, либо многие сайты есть, которые размещают какие-то статьи ваши, вот, и выдают вам свидетельство о публикации, или не статьи, даже размещают, например, учебные материалы, учебные методические комплексы. Они даже могут вам выдавать какие-то свидетельства о публикации. Вот, или размещаете это в публичном источнике, но размещаете это по лицензии Creative Commons. Я одно время ввел блог, у меня был, там было написано, что он на условиях Creative Commons размещается. Следующая категория — это издательства или журналы. Там вы тоже размещаете свои объекты авторского права. Но важно, чтобы у вас был, чем отличается, скажем, нормальное издательство, да? Оно отличается прежде всего тем, что оно заключает с вами полноценный авторский договор. Вот. И если у вас кто-то объявил себя там, я говорю, есть разные подробности, есть разная степень работы с авторами. То есть одно дело, вы пошлете на сайт какой-нибудь МК, вот, вам пришлют оттуда свидетельство о публикации, вот, или где-то его разместите, и с вами заключат полноценный авторский договор, в котором оговаривается ваше вознаграждение и так далее. Но, конечно, надо
пользоваться вот такими вот издательствами, журналами, которые заключают полноценный авторский договор. Следующий информрегистр, я про него уже упоминал, там размещаются объекты авторского права и обязательный экземпляр авторского произведения. Дальше у нас с вами идет единая государственная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Там размещаются объекты промышленной собственности, объекты авторского права. Там вы можете разместить отчет о НИР, какой-нибудь научно-исследовательской работе, которую вы сделали. Вот сайт, на котором она находится. Там достаточно такая специфическая система регистрации. Для того, чтобы в ней зарегистрироваться, надо отправлять заявку, которая подписана руководителем вашей организации и так далее. То есть это такая достаточно серьезная система. Дальше есть Роспатент, и в нем Федеральный институт промышленной собственности. Он размещает объекты промышленной собственности и выдает тоже свидетельство о регистрации объектов промышленной собственности. Я говорил, что объекты промышленной собственности, они все нуждаются в государственной регистрации. Вот эти два последних института, которые предназначены для государственной регистрации. Ну и теперь давайте коротенько пробежимся по видам произведений, которые мы можем регистрировать. Вот самое такое, может быть, неожиданное, да, у вас есть вопросы для экзамена или зачета. Где и как их можно зарегистрировать? Конечно, их можно вставить в состав учебного пособия, вставить в состав ОМК и как объект авторского права, наряду с основным текстом, вы можете их зарегистрировать. Это такой очевидный способ. Менее очевидный способ – это зарегистрировать их в Роспатенте, оформить их как базу данных и зарегистрировать как базу данных. Вот здесь вот у меня показаны два свидетельства о регистрации базы данных. Первое называется «Тестовые вопросы по учебной дисциплине базы данных». То есть я читал курс базы данных, у меня там были набор тестовых вопросов, и я их зарегистрировал как базу данных. Ну и второй есть, это совместно там с Мариной Александровной Степченковой, у нее тоже был курс «Бухгалтерский учет», она сделала, у нее были вопросы, вот мы тоже зарегистрировали их как базу данных, набор тестовых вопросов по курсу «Бухгалтерский учет». Но это уже для того, чтобы просто было понятно, что в принципе не зависит от специфики курса, от специфики предмета, и можете регистрировать любые вопросы по любой дисциплине. Следующий вариант – это презентации. Ну, презентации мы с вами все делаем, преподаватели. Их порой накапливается достаточно много, и, соответственно, возникает иногда вопрос, что можно с ними сделать. Сделать с ними можно следующее. Первое, самое простое, я когда-то, ничтоже сумнявшись, взял комплект презентаций, который у меня был, и отправил в издательство Direct Media, и обозвал это учебным пособием. То есть я фактически взял комплект презентации, приделал к нему оглавление и обложку. И получилась вот такая вот штука. На самом деле, она, если ее печатать, даже если ее печатать, я ее как-то пробовал печатать, послал им заказ, они ее распечатали в нестандартном формате, как в формате презентации. Но здесь она вот так вот выглядит, как книжка. То есть они присвоили, они все сделали, они присвоили ISBN, зарегистрировали, присвоили ISBN, международный номер книжной палаты, регистрационный номер книжной палаты, и значит, ее можно там либо скачивать, либо она будет доступна студентам бесплатно, которые, если вы, у вас заключен у вашего вуза договор с Direct Media, то она студентам будет бесплатна, а сторонним пользователям она будет доступна там за какую-то плату за скачивание. Вот. Больше того, из всех издательств, с которым я когда-то работал, я в свое время произвел такой поиск, чтобы определить,
мне больше всего тогда понравилось вот это издательство. Еще тогда мы с Юрием Николаевичем не были знакомы, электронными курсами я не занимался. Издательство Direct Media. Оно отличается тем, что, во-первых, оно на все сданные произведения получает регистрационный номер ССБН. И, в общем, это уже такой существенный шаг к тому, чтобы ваше пособие перевести в категорию, заключает авторский полноценный договор. Там с вами заключается авторский договор. Есть приложение, там написано, что вы сдали в эту библиотеку, написаны условия, которые вы, на которых размер авторского вознаграждения. И, в общем, это практически первый шаг к тому, чтобы сделать нетленку. Остается там сделать только второй шаг, обязательно крупной библиотеке разослать там несколько вариантов этого вашего произведения, в Ленинку, еще куда-нибудь. И тогда фактически вы будете уже обладателем нетленки. Ну и помимо этого, они вот это вот у меня страница, где показано все, что я там у них выложил, авторское вознаграждение, которое мне за это причитается. Ну, оно может быть само-то и не бог весть такое, но учитывая, что я это уже лет 5 назад сделал, то, в общем, за это время как-то оно так себе капает, ну, капает и капает. А это первый момент, на который стоит обратить внимание. А второе, что потом мы еще с вами остановимся, что вот здесь, вот, например, шестая строчка, седьмая строчка, это вы там видите, в скобочках это написано видео. То есть это не только какие-то тексты, которые есть, но это записи могут быть каких-то ваших вебинаров или еще что-то. Это можно тоже размещать на обычных условиях коммерческого вознаграждения. Следующий, я тоже размещал презентации. Здесь такой есть объединенный фонд электронных ресурсов науки и образования, ФРНО. Они тоже предназначены, там тоже можно размещать презентации, получать свидетельство о регистрации электронного ресурса. Вот здесь у меня указано комплект презентаций, что я там разместил. И, значит, я зарегистрировался себя как автором, у них специальный тоже есть альманах выходит, они дают регистрационный номер. Вот. И в условиях распространения у меня указано, что я готов этот комплект поделиться этим комплектом презентаций с любым желающим на условиях заключения лицензионного договора. Ну, в отличие от Direct Media, они никаких отчислений не платят, а, кстати, наоборот, я должен был заплатить за то, что у них зарегистрировал свою интеллектуальную собственность. Дальше озвученные презентации, скринкасты или еще что-то, то, что является, вот здесь вот я опять вернусь в Direct Media, у меня есть ссылки на электронные ресурсы, здесь вот показанная часть, видеозапись, видите, видеозапись, они у меня получились следующим образом. Я проводил в одно время вебинары, и после этих вебинаров остались какие-то записи этих вебинаров. Я решил, что нехорошо, что они просто так лежат. Надо им найти какое-то применение. И вот в качестве применения я их сдал в издательство Direct Media. И там они очень еще до сих пор пользуются каким-то спросом. Кто-то их еще слушает. Вот поэтому, кстати, если у вас есть вот такой побочный интеллектуальный продукт вашей деятельности, то вы вполне можете ему придать официальный статус и его использовать ко всеобщему удовольствию. Следующая разновидность – отчеты о НИР. Отчеты о НИР – это вот как раз они регистрируются в системе РосРИД, единая система учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и так далее. У меня там зарегистрировано два отчета. Вот этот самый удачный был
отчет, который называется «Экономический эффект предельных параметров градостроительных планов». Но это специальное название. Суть дела в том, что администрация... Я как-то проводил еще один вебинар в свое время, как вовлекать студентов в научно-инновационную деятельность. И там была такая, рассматривался способ, как получить письмо от администрации, например, или от какого-то предприятия, и по нему сделать научно-практическую работу. И вот этот отчет, он как раз представляет результат этого письма и двух дипломных работ. Я студентов заставляю дипломные работы писать по очень простой схеме. Первая часть – это теория, вторая часть – это объект, третья часть – применение. Третья глава – это применение теории к объекту. И поэтому, когда у меня было письмо, было две дипломных работы, то, в общем, дело техники взять вторую и третью главу, из них вместе слить и получить отчет о них. Вот он у меня зарегистрирован, номер госрегистрации есть и так далее. То есть это тоже полноценная интеллектуальная собственность, которая у меня оформлена. Это, кстати, засчитывается как публикация. Вот, так что вы легко можете дипломные работы ваших студентов переводить в статус публикации. Следующие вот, тестовые вопросы, каталоги дипломных работ. То есть у нас даже вот в целом была для кафедры дизайна, видите, каталог дипломных работ, фактически это только название, каталог дипломных работ, он тоже был оформлен как база данных, получено свидетельство о государственной регистрации базы данных, которая называется малоархитектурный фонд. Фактически это каталог дипломных работ, ну и там какое-то резюме по этим дипломным работам тоже есть. Вот. Для чего это сделано? Это сделано в конечном счете для того, чтобы, как говорил Мартин Лютер Кинг, у меня есть мечта, да, вот есть мечта, чтобы мы были не пролетариями умственного труда, а были какими-то собственниками. И по идее на сайте вашего вуза должны размещаться все вот эти зарегистрированные электронные ресурсы, зарегистрированная интеллектуальная собственность, чтобы мы могли их использовать для того, чтобы обмениваться в цивилизованной форме. Вот тут вопрос поступил, планируете ли каким-либо образом зарегистрировать права на текущий вебинар? Да, я попрошу Юрия Николаевича поставить копирайт на записи этого вебинара. Следующий, электронные курсы. Электронные курсы, я их регистрирую, их можно регистрировать тоже в разных местах, но я их регистрирую в РИНС. РИНС, вы знаете, что такое, это российский индекс научного цитирования, это сайт gelibrary.ru, вот, и там есть раздел, надо заключить с ними тоже авторский договор, вот это у них размещение книг авторами научных изданий, сюда заходите, заключаете договор на размещение, получили вот здесь вот лицензионный договор, тоже образец его показан, этого договора. И каким образом, почему оказалось можно там регистрировать свои электронные курсы, потому что я с ними списывался, вот они сказали, что они рассматривают электронный учебный курс как учебное пособие. Они рассматривают его как разновидность учебного пособия. И после этого, после того, как они свою позицию вот такую высказали, стало очень легко, типа, любые учебные курсы можно зарегистрировать. Составляется описание по их схеме. И вот так вот выглядит, например, у меня зарегистрированный курс «Школа проектного мышления». Здесь есть прямо ссылка на сайт Директ Академии, куда можно перейти для просмотра курса в гостевом режиме. Есть его отдельное описание, которое готовится. Вот. Кроме того, можно тоже их, вот в результате, например, список трудов Бринс выглядит вот таким образом. Вот здесь вот видите, 13-я написано «Школа проектного мышления», в скобочках «Электронный курс». Курс для дистанционного обучения «Москва». То есть он зарегистрирован как учебное пособие. Вот.
тут пишет вопрос, что после предыдущего вебинара пытался зарегистрировать электронные курсы в РИН, столкнулся с глубоким непониманием, изумлением сотрудников, так и не пробил, хотя у меня был договор. Ну, я не знаю, я два курса зарегистрировал, у меня вот этот есть курс зарегистрирован, еще один с тех пор я зарегистрировал, никаких совершенно проблем у меня с ним не возникало, поэтому я тут даже не знаю вам, что сказать, могу показать просто свой второй курс, который там тоже зарегистрирован, проиндексирован, не знаю, что у вас там были за проблемы. Трудно сказать, ну, можно как-то там поподробнее встретиться, поговорить, чтобы понять, в чем все проблемы. В РИНС курс регистрируется бесплатно. В нашем ВУЗе все квалификационные работы студентов подлежат обязательной выкладке в электронную личную систему. Практикуется ли у вас подобное? Да, у нас сейчас тоже там выставили требования, по которой там магистерские диссертации и все остальное, оно должно тоже лежать обязательно в выкладке. Да. Ну, Сергей Александрович, я что могу сказать на ваш вопрос? Я пытался убедить, но полное непонимание. Я говорю, что вот я зарегистрировал два курса. Они у меня там зарегистрированы. Ну, поэтому, если хотите, ну, давайте там как-то вместе можем попробовать зарегистрировать. Дальше, сейчас, погодите, вот еще прочие виды электронных ресурсов. Вот здесь вот, можете, если с РИНЦем не получается, ну вот идите вот сюда, Объединенный фонд ресурсов наука и образования. Они всего аж принимают аж 663 вида электронных ресурсов. Это электронный учебно-методический ресурс, образовательный комплекс, учебно-тренинговый практикум, электронный учебный комплекс, учебник, курс лекций, чего только нет. Они всеядны и вообще у вас примут все, что хотите. Вот. Поэтому можете вот в этом фонде зарегистрировать. Так что, да, вот во ФРНИО, ну правильно, да, зарегистрирован с 2016 года, правильно. Можно, ну, можно какой-то другой путь во ФРНИО зарегистрировать. Еще он за ним предоставляет услуги по депонированию статей. Ну, еще в крайнем случае есть такой способ, можете зарегистрировать в международных базах данных. То есть для этого у нас есть, как называется, там, когда вы будете в международном журнале что-нибудь публиковать, там есть такие ресерчеры IT, и можете указывать его после своей фамилии. Вот, и тоже там они тоже принимают на регистрацию множество всего, множество самых разнообразных произведений. Ну вот такой вопрос, зарегистрировал, а что дальше? Увидел где-то воспроизведение в суд? Нет, в идеале это надо не это, не то, что с кем-то судиться, а в идеале вступать в цивилизованные отношения, давать рекламу того, что вы зарегистрировали, и выходить на то, чтобы заключать лицензионный договор на использование вашего произведения. Это, кстати говоря, тоже в отчетности у ВУЗа есть такой отдельный пункт, ну, по крайней мере, раньше был, количество лицензионных договоров. Ну, все тут. Юрий Николаевич говорит, что у меня уже время кончается. Вот. Давайте еще раз тот же провокационный опрос. Да, уважаемые коллеги, на него. Пожалуйста, посмотрите вот эти варианты ответа. Они анонимные, мы никого не навязываем, но, возможно, мы ошибаемся. Мы считаем вот с автором, с Александром Николаевичем, что ответить на частные вопросы. Вот у меня, например, много курсов, много тестов, много роликов. Вот у меня будут свои вопросы, а у другого коллеги будут другие вопросы. Например, судебные, да, отношения тут возникли. Поэтому мы полагаем, что консультация за 300 рублей была бы идеальным вопросом, идеальным решением. 300 рублей индивидуальная консультация.
Она платная услуга. И вот кто оплатил сертификат, скидка 50%. Это, на наш взгляд, недорого. Но этим самым, вот тут уже Сергей Чемизов пишет, многие частные вопросы могут быть решены более быстро. Вы видели доказательства, что это есть. Практика у нашего автора, он это применяет и даже зарабатывает на этом, не только тратит, вы это увидели фактически. Поэтому призываю вас посмотреть, подумать. Мы всем вам разошлем записи этого вебинара. Александр Николаевич, презентация вебинара ваша, поступил вопрос, вы как ее? Да, она будет доступна. Юрий Николаевич, вы же поставите на ней знак копирайта. Да, хорошо, на записи хорошо, вебинара. Да, хорошо. Конечно. Так, ну я тогда включу эту ссылку на скачивание. Коллеги, вы можете скачать. Ну, наверное, мы еще и в рассылке вышли. Вы не против, Александр Николаевич? Мы в рассылке всем участникам еще прикрепим вашу презентацию. Спасибо. Это вопрос Екатерины Александровны. Так, еще какие вопросы? Ну, если вы скопировали, Игорь Александрович, используете для своих личных целей, ради Бога, вы вас пригласили, вы используете. Иное дело, если вы ее присвоите себе, скажете, это вы придумали, то, наверное, Александр Николаевич может вам сообщить, что извините, вы нарушили. Так. Сертификат не мой, это частные вопросы. Давайте, Екатерина Александровна, спасибо, что об этом спрашиваете. Там нужно исправить свое фамилию, имя, отчество. После приобретения не всегда система видит. Илья Иосифович, если вы оплатите сертификат, вы получаете 50% скидки на консультацию. И платите в два раза меньше. Спасибо, уважаемые коллеги. Наше время истекло. Рады, что вы к нам пришли. Приходите на наши следующие вебинары. Запись этого вебинара все вы получите на вашу электронную почту. Александр, за отдельную консультацию... Да, да. Да, Илья Иосифович, там объем консультации, Александр Николаевич, мы обсуждали, каков, по-моему, там 30 минут. Ну, давайте предположим, там по скайпу 30 минут. Голосом. Или письменная консультация от Александра Николаевича по вашему вопросу в объеме, напомните, в объеме, я там забыл, несколько листов. Ну, то есть... Ну, да. Ну, тут 30 минут по скайпу достаточно условно, потому что, может, да, какие-то бумаги понадобятся посмотреть. Это очень низкая цена. Вы такого нигде еще не найдете. Я специально изучал этот вопрос. Консультирование по вопросам оформления – это дорогие услуги. Поэтому, пожалуйста, приходите, обращайтесь. Мы благодарим Александра Николаевича. И заключительное слово на сегодня вам, Александр. Ну, не, я только могу сказать спасибо всем, кто нашел время, кто пришел. Спасибо за интерес, спасибо вам за внимание. Вот, кто считает, что освоит самостоятельно в путь, вот, кто хочет обратиться за консультацией, пусть обращается за консультацией, будем двигаться. Но идея такая, чтобы в конечном счете мы все-таки ушли от этого состояния пролетария умственного труда, а стали собственниками своих интеллектуальных результатов и как-то ими смогли цивилизованно распорядиться. Да, это будет именно именной личный сертификат. Пишите консультанту онлайн справа внизу, мы все ответим. До свидания. Я выключаю.